осваиваются. Видите, еще есть места, где нет построек. Здесь раньше было болото, болото высушивались и основывались такие постройки. Но самое дорогое жилье в центре города. Там может, там от 80 и выше $1000. Здесь же можно купить квартиру двухкомнатную, например, со всеми удобствами за $50000. И тем более море рядом. Вот у нас немножко разные ценности. Если для русских граждан море — это то, для чего стоит ехать сюда на побережье, и вот оно здесь рядышком, то для жителей Анталии самое главное — это центр города. Моря там нет, там обрыв. Вообще Анталия находится на обрыве Лара, высотой 30 метров, и с двух сторон отходит пляж. Вот с одной стороны пляж Кони-Алты.